Великому городу посвящается. В Петроградском районе ко дню рождения Петербурга устроили конкурс молодых ораторов. Рей публици видемур, си истиус фурорем актела видемус. Дмитрий Суворов в выборе не сомневался ни минуты. Что, как незнаменитая первая речь Цицерона против Каталина, поразит строгое жюри. Этот классический текст на латыни на протяжении почти 2000 лет остается пособием для молодых ораторов, на котором они оттачивают свое красноречие. Латинский я учил как оперный певец, да, то есть музыкально запоминаю, потому что у меня музыкальное образование, мне так проще. А о руках я вообще не думаю. То есть это получается мое внутреннее состояние, я вошел в роль Цицерона, себя почувствуем, и, наверное, вот это внутреннее состояние мной управляло. Сражение длилось час. Выступающие, их было 10, продемонстрировали не только филигранное владение словом, но и глубокие познания философии Никколо Макиавелли, политики Григория Потемкина, а также литературе Серебряного века. Мы считаем, что образованный человек должен не только обладать знаниями, но и должен умело говорить, убедительно, красиво и знать, естественно, массу литературы и быть начитанным. Лавры победителя и признание публики – не все, что получил автор лучшего выступления. Победа в конкурсе открывает для него двери на международную битву ораторов. Она состоится уже в сентябре.